А сейчас у нас в панда-парке попался павлин. Вон там вот он прямо у меня за спиной чешет себе голову сзади ногой, как самая обычная утка. Пока он не распушит хвост, он реально просто утка. Поэтому вдруг нам повезет, мы подождем полминутки. Может быть, он это покажет свой красивый хвост. Как говорили,